Лиза. Мама, уйди. Да, я слушаю. Мы же договорились, что вы будете звонить мне только в крайнем случае. Да, я понимаю. Но чем я могу помочь? Я остановил финансирование проекта в Северске, как мы и договорились. Что? Поехать туда с вами? Гарднер, это невозможно. С какой стати? Хорошо, когда мы должны ехать? Сегодня вечером. Но у меня назначена важная встреча. Ладно, перенесу. Но только на пару дней. Хорошо, встретимся в аэропорту. Мы только что получили видео с академгородка в Северске. Погиб Зубарев. Руководитель одного из научно-исследовательских центров, входящих в концерн Диденко. Этот центр занимался проблематикой двигателей для беспилотных подводных аппаратов. Вопрос серьезный. Вот полковник Афанасьев из Министерства обороны. Прошу. Спасибо. Зубарев позвонил мне вчера и попросил о встрече. Сказал, что концерн Диденко прекратил финансирование и потребовал свернуть работы. Мне это показалось странным. Мы курировали эти разработки, и мне они представлялись весьма перспективными. Скажите, а эти работы имеют характер двойного назначения или гражданского? Двойного. Они разрабатывали двигатели для изучения Мирового океана. Но получили настолько выдающиеся параметры, что мы заинтересовались ими. Вполне возможно использование этих двигателей для оснастки глубоководных торпед. Скажите, а американцы могли бы знать об этих исследованиях? Не исключено. Результаты были в свободном доступе. Засекретили только месяц назад. У нас есть информация, что Гришнов встречался с Гарднером. Значит, Гарднеру нужны эти двигатели. Вопрос зачем? Гарднер был отправлен в отставку 5 лет назад, и сейчас он владеет частной военно-разведывательной компанией штаб-квартиры в Женеве. Вы проверили список контактов? Ой, стоп, вот здесь. Так, что? Пару месяцев назад у него был контакт с Абрахимом. После теракта в Нью-Йорке он несколько лет провел в Гуантанамо. Обвинение не предъявили, был отпущен 1.5 года назад. Значит, скорее всего, Гарднер получил заказ от Рахима? По нашим данным, террористы готовят серьезную акцию в Персидском заливе. После разгрома в Сирии им нужно напомнить о себе. Наш источник утверждает, что они готовят атаку на американские корабли. Они хотят использовать разработку «Северск». Возможно, но, насколько я понимаю, есть только опытный образец. Исследования не были завершены. Будет смешно, если они испытают его на американском эсминце. Вера, вы отправляетесь в Северск. Я думаю, Гарднер появится там в самое ближайшее время. И учтите, у него там под рукой целый отряд. И этот ваш черный пес. Мы постараемся справиться. Черт.
Мой отчим мерзавец. А может, он хуже. Вот топит деда. Вы должны мне помочь. Чай будешь? Нет. Слушай, иди домой, не влезай в это дело. Вы слышите, что я вам говорю? А ты слышишь? Ты жива только чудом. Не хотите помогать мне? Тогда я сам. Стой. Иди сюда. Рассказывай, что случилось. Я слышала, как он с кем-то говорил про Северск. Ему звонил какой-то Гарднер, он собирается поехать туда с этим человеком. Гарднер? Ты уверена? Да, уверена, он так сказал. Этот человек имеет над ним какую-то власть. Папа делает все, что тот ему приказывает. Ты слышала, где они должны встретиться? У них назначена встреча в аэропорту. Так вы поможете? Да. Стой. Но сначала успокойся, иначе я не смогу тебе помочь. Угу. Все. Хочу к Никите заскочить на пару минут, если вы не против. А можно вопрос? А в тот раз, когда вы оказались рядом, откуда вы узнали, что мне надо спасать? Вера позвонила, сказала, что ты в опасности, и твой дедушка натворил глупостей. Я случайно оказался рядом. Так я вам и поверила. Мне кажется, вы из тех людей, которые всегда оказываются рядом. Я права? Да нет, правда. Я даже когда вас первый раз увидела, почему-то не испугалась. Доверилась вам. Хотя мы с вами даже не знакомы были. Ну, это ты зря. Тебя в детстве не учили не доверять незнакомым мужчинам. Еще как учили. Отец с ума сходил каждый раз, когда я на 5 минут выходила из дома. На самом деле он меня любит. Я не знаю, что с ним случилось. Будем надеяться, что ты ошибаешься на его счет, и он просто нормальный отец, который заботится о своей дочке. Вы так говорите, как будто у вас тоже есть дочь. Есть. Серьезно? И сколько ей лет? 13,5. И жена тоже есть? Глядя на вас, трудно в это поверить. И где они сейчас? На море уехали отдыхать. А вы почему не поехали? Не люблю дельфинов. Ясно. Трудные времена. Трудные времена бывают у всех. А я вот с Никитой ни за что не расстанусь. Никогда. Я скоро. Полчаса прошло. Они вернутся, я уверен, командир. Бес, что у тебя? У меня гости. Уходи. Боюсь, не выйдет. Все, жди здесь. Я с тобой, командир. Не здесь, это приказ. Если не вернусь, добираешься до точки эвакуации сам. Есть. Все.
Все, уходим. Где Бес, командир? Все, нет Бес. А как так? Командир, как же так? Бес, Рязанцев. Все, уходим. Леха, опасно. Что с вами? Ничего, нормально все. Нам пора. Вы же узнали его, того второго, что был с моим отцом. Вы что, знакомы? Был когда-то. Кто он такой? Один очень опасный человек. Ты права, мы летим в Северск. В одном самолете? Папа же меня сразу узнает. Они наверняка полетят в бизнес-классе. Последними заходят, первыми уходят. И никогда не обращают внимания на тех, кто летит сзади. Идем. Телефон я оборвала. Лерочке снова был приступ. Приходил врач, сделал ей укол, она спит. Ужинать будешь? Я не голоден. Я был в морге. Что? Вызвали на опознание. Зубарев погиб. О, Боже. Господи, как же это случилось? Автокатастрофа. Торопился в Москву. Не справился с управлением. Влетел в дерево, машина загорелась. В общем, зрелище не из приятных. Твоя работа. Как же исследование? Я же тебе сказал, я не знаю. Ты ребенка разбудишь. Я очень устал. Я пойду спать. Пришел ответ из калифорнийского центра. Нашу дочь берут на операцию. Подожди. Здесь написано, что мы должны будем заплатить 170 тысяч долларов. Никто в этом мире ничего не делает бесплатно. Кроме тебя, конечно. Твой Зубарев обещал, что поможет, что поговорит с Диденко. Ты что, не слышала, что я сказал? Зубарев мертв! Тогда ты поедешь и поговоришь с Диденко сам. Он не откажет, ты очень много для него сделал. Диденко арестован, наш проект закрывают. Он больше никому не нужен. За ними. Это еще что за явление? Пошли к ним.
Садитесь в машину, быстро. Отлично, подвезут. Расскажите, что вы здесь забыли. Пытаемся спасти моего деда. Рубцов, но она еще девочка, а вы-то взрослый человек. Здесь Гарднер. У меня с ним свои счеты. Не вздумайте нам мешать. Нам предстоит очень серьезная операция. Мы сами возьмем Гарднера. Может, это вы нам мешаете? Я серьезно. Я серьезно. Если у него, как вы говорите, дипломатическая неприкосновенность, то как вы его возьмете, так и отпустите. Одно неверное действие, и я вас арестую. Это понятно? Понятно. Поехали. А мы? А вы пешком. Что? Пускай я. Доберемся сами. Пускай едут. Странно, уже вечер, а светло как днем. Это называется полярный день или белая ночь. Здорово. Никогда такого не видела. А до города далеко? Не, 20 километров. Сколько? Класс. Тут, наверное, еще медведи водятся. Ага, панды. Я серьезно. Да, вон, смотри. В первую очередь я хочу выразить всему коллективу свои самые искренние соболезнования по поводу несчастного случая, произошедшего с руководителем проекта Семеном Зубаревым. Уверен, соответствующие органы дадут оценку произошедшему. А что с работой? Нас действительно закрывают? К сожалению, да. Наш концерн вынужден свернуть ряд перспективных и, безусловно, значимых для нас проектов. Но это глупо. Мы ведь почти закончили, товарищ Яхонтов подтвердит. Простите, я... Да, по сути, остался всего один эксперимент. Григорий Ефимович, а можете подробнее? Подробнее? Ну что ж, давайте подробнее. Я сегодня всю ночь не спал. У меня умирает дочь. У нее тяжелое генетическое заболевание. 70% смертности в возрасте до 18 лет во всем мире. И у нас тоже семьи. У всех. Вот-вот. Хотелось бы понять, что с нами будет. Господа, ситуация, в которой находится концерн, критическая. Но даже в этой ситуации всем вам будет выплачено солидное выходное пособие. И когда? В течение ближайшего месяца. К сожалению, больше порадовать мне вас нечем, при всем желании. Да, и прошу подготовить итоговый отчет о проделанной работе. Всем спасибо. Вот вам, а не отчет. Пусть сначала деньги заплатят. Григорий Ефимович, можно вас на минутку? Мне кажется, я знаю, как вам помочь. Давайте встретимся сегодня вечером в 10 часов в гостинице, там есть ресторан. Я хочу вас познакомить с одним очень хорошим человеком. У него для вас есть отличное предложение, которое поможет решить все ваши проблемы. Я более чем уверен. В котором часу? В 10 вечера. Хорошо, я приду.
Что будем делать, профессор? По домам расходиться. Нам нужно закончить экспериментальную часть, а там видно будет. У вас все готово? Обижайте, Григорий Ефимович. Ждем вашей отмашки. Ну что, тогда по местам, ребята. Давайте, я вас догоню. Приходил врач. Предлагают положить в больницу. Понятно. Вас действительно закрывают? Это уже не имеет значения. А что имеет значение? Наша дача. Мне нужно идти. Я должен закончить эксперимент. А вечером мы поговорим. Тебе нужна моя помощь? Не сегодня. Ты же знаешь, что я могу помочь с расчетами. Все перепроверить. Я знаю, сколько сил ты вложила в этот проект. Я тебе очень благодарен, поверь, но я справлюсь. На местах? Yes, сэр. У меня все готово. Да, можем. Ну, с Богом. Начинаем. Подключайте гидротормоз. Запущен, набираем обороты. Поднимайте до 10 тысяч. Хорошо. Теперь по 1000 каждые 5 секунд. Какая мощность на выходе? 7000. 12000 оборотов. Показатели в норме. 8000 лошадей. Принято. Поднимаем до 15. Поднимаем. Нагрузка предельная. Поднимаем на 2000. Ты уверен? А если гидротормоз выйдет из строя, он не сможет рассеять столько энергии. Поднимаем, я сказал. 16. 17. Можем взлететь. Поднимаем. Я сказал, поднимаем. 18 19 20. 12000 лошадей. Надо снижать, Григорий Ефимович. Держим. Перегрев гидротормоза. Держим. Предельная мощность. Все живы? А то! 20000 оборотов, 12000 лошадей. Ни хрена себе! Мы его разогнали до 450 километров. Ура! Ура! Что надо? Ни одной попытки не было. Еще дорога в аэропорт называется. Это здесь. Что здесь? Жить будем здесь, в хостеле. Ты что, серьезно? Ну, здесь в городе одна гостиница, и там проживает твой отец. Ты же не хочешь с ним встретиться? Здесь уютно. Угу. Ладно. Ты, наверное, будешь спать здесь. Я здесь. Все, давай располагайся, я скоро приду. А вы куда? В гостиницу нужно посмотреть, что да как. О, нет, 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 я здесь одна не останусь. Так, ты своему дедушке хочешь помочь? Хочу. Все.
Тогда делай так, как я сказал. К дяде не приставай. Вера, это Яхонтов, заведующий лабораторией. Они назначили ему встречу. Григорий Ефимович, дорогой, господи! Как же хорошо вы пришли. Проходите, не стесняйтесь. Прошу, прошу. Присаживайтесь. Мой американский друг очень давно хотел с вами познакомиться. Джон Гарднер. Яхонтов. Да, прекрасно знаю, кто вы. Как поживаете, мистер Яхонтов? Колбаски. Хвастаться нечем. Пойдем вместе. Нет, ты лучше сиди здесь. В гостинице наверняка полно его людей. Не волнуйся, я справлюсь. Ребята за ней. Вера, за тобой идут двое. Поняла. Господин Грешнов сказал мне, что вы сегодня проводили очередной эксперимент. Проводили. Несмотря на указание прекратить работы. Все уже было подготовлено. И как прошел эксперимент? Успешно. Это отличная новость. Предлагаю выпить за наше знакомство и возможное дальнейшее сотрудничество. Ура! Прекрасный тост. Идите, куда шли. Ладно. Вот ты где. Что случилось? Потом. Почему ты оставил пост? Ты должен наблюдать за Гарднером. Подумал, что тебе понадобится помощь. Глупости, я сама бы справилась. Один пальто. За этим столиком были посетители. А, да, они расплатились и ушли. А, так он же они. За ними, быстро. Надеюсь, нам здесь никто не помешает.
Позвольте, я начну. Что там? Приглашение. И готовы предложить... Вы можете говорить по-английски. Я понимаю вас. Спасибо. It's an invitation. Это приглашение для вас в Америку. Yes. Мистер Гарднер представляет интересы одного крупного научного сообщества, в которое входят крупнейшие американские университеты. И поверьте мне, они очень заинтересованы в результатах ваших исследований. И что они могут предложить? У вас будет большая лаборатория и внушительный штат сотрудников. И самая мощная силовая установка. Кроме того, мы полностью оплатим лечение вашей дочери. А также возьмем на себя все расходы по ее реабилитации. Я же говорил, этот человек может решить все ваши проблемы. Звучит заманчиво. Более чем. И это только начало. Мы понимаем, что вам нужно подумать, обсудить все с женой. Мы вас не торопим, но ответ хотелось бы получить завтра. И что я должен буду сделать? Просто сказать «да»? Yes. Не совсем. В качестве первого шага с вашей стороны, вы передадите мне все результаты ваших экспериментов. Это необходимо для того, чтобы подготовить ваш отъезд в Америку. Визы и все такое. Формальности. Если вы согласны, мы могли бы встретиться в 10 часов утра в летнем театре. Руки за голову, лицом к стене. Эй, что вы делаете? Вы что, убили его? Я тебе показался. Ты что здесь делаешь? Ну, я вообще-то думала, что вы скажете мне спасибо. Я и правда побоялась там оставаться. Там еще двое мужиков притащились. Дышать нечем. Тихо, тихо. Думаете, он согласится? Agree? Уверен. Не сам, конечно. Но у нас есть один очень важный союзник. Его жена. Вы что-то узнали, о чем мне говорили? Ну, вы будешь знать, скоро составишься. Идем. Куда мы идем? Куда-куда? В отель спать хочу. Полчаса и никакого движения. Да не волнуйся, никуда они не денутся. Как только они высадят Яхонтова, мы его допросим. Он все расскажет, как миленький, а потом возьмем Гарднера с поличным. Нет, что-то здесь не так. Что? Они специально нас выманили из города, а сами остались в гостинице. Ну ты же сама все видела. Гарднер – опытный разведчик. Что я видела? Я ничего не видела. Я просто купилась на это дешевое представление. Возвращаемся обратно. Черт. Я не понимаю,
какую роль играет мой отчим. И почему он хочет погубить деда. Я же тебе сказал, много будешь знать. Я серьезно. Я тоже серьезно. Тебе вообще надо было сидеть дома и не вмешиваться в это дело. Если бы я знала, что придется ночевать в таком месте, как это, я бы подумала. Руки. Что происходит? Спокойно. За что? За нелегальное ношение оружия. Рубцов, я же просила вас не вмешиваться. Тем более не впутывать сюда девушку. Он меня не впутывал, это я скорее его впутала. Помолчи, иди в номер. Иди, иди. Что вам нужно? Вы следили за Гарнером. Он разговаривал с Яхонтовым. Мы хотим знать, о чем. Не понимаю, с какой стати я должен делиться с вами информацией. С такой. Сидишь здесь 15 суток. Они назначили ему встречу? Угу. Где и когда? Завтра. В кафе в парке. Он согласился? Обещал подумать. Значит так, Рубцов, завтра же первым самолетом вы с девушкой садитесь и покидаете Северск. И это не обсуждается. Гарднер вас уже один раз провел, проведет и снова. Он вам не по зубам. А я сомневаюсь, что в этой ситуации вы можете быть нам полезны. Могу. Я хорошо знаю, как и чему обучали беса, и как он будет себя вести в этой ситуации. А, то есть, по-вашему, бес здесь? А кто, по-вашему, убил Зубарева? Зубарев погиб в автокатастрофе. Я был на месте аварии и видел, что машину столкнули. И, кажется, Зубареву свернули шею. Или я не прав? Ну, хорошо, допустим, вы правы. Но это операция СИП. Я вас предупреждаю официально и вполне серьезно. Не вмешивайтесь. Завтра же улетайте отсюда вместе с девушкой. Если вы не дорожите своей жизнью, ну, подумайте хотя бы о девушке. Хорошо. Я подумаю о девушке. Скажите, а вам Вера нравится? Нет, правда. Мне кажется, она хорошая и красивая. Так, давай спать, Алла, ладно? Вы ей точно нравитесь. У нее жениха, у меня жена. Ну и что? Я же вижу, как она на вас смотрит. Ты будешь спать или нет? Да не могу я спать, когда так светло. Еще и этот храпит. Только не надо его убивать, ладно? Я тебя сейчас убью, если скажешь еще полслова. Значит, все-таки нравится. Слушай, ну мне поспать нужно, серьезно. Ладно, ладно. Молчу.
что у вас? Вижу Гарднера. Первая группа захвата готова. Ждем приказ. Дайте картинку на экран. Странно, что он выбрал такое людное место. Возможно, он опять хочет нас опередить. Да вряд ли. Деваться ему тут точно некуда. И Яхонтов пошел. Отключаюсь. Спит? Да. Успокойтесь, мой друг. Поверьте, вы не делаете ничего противозаконного. Я в этом не уверен. Вы, как ученый, имеете все права на свои разработки. Моя жена тоже так думает. Вот и прекрасно. Значит, мы договоримся. Вы принесли то, что обещали? Пока Яхонтов не передаст материалы, ничего не предпринимать. Действовать строго по моему приказу. Группа захвата, доложите готовность. Готовы. Я всю ночь готовил материалы. Собрал все на один хард-диск. Все результаты исследований за последние 10 лет. Но... Вы ничего не получите. Вас что-то не устраивает. Можем это обсудить. Поднять ваш гонорар. Добавить специальные условия. Все, что захотите. Поверьте, люди, которые стоят за моей спиной, очень, очень щедрые. Хотел бы я знать, кто за вами стоит. Стой. Вы делаете свою работу, а я свою. Бизнес? У меня с вами нет и не может быть никаких дел, господин Гарднер. Знаете, я долго думал о том, что произошло. И я вдруг понял, что все несчастья, которые свалились на нас в один миг, имеют одну цель. И эта цель – остановить мои исследования, получить мои результаты. Это вы убили Зубарева. Это вы посадили за решетку Диденко. Это вы прислали сюда этого Гришнова. Надо признать, что вы проницательны. Но вы делаете свою работу, а я свою. Это ничего не меняет. Ошибаетесь. Это меняет все, господин Гарднер. Я сообщу о вас, куда следует. И я уверен, Диденко выйдет на свободу, возобновит исследование. И он оплатит лечение моей дочери. Здесь ничего нет. Я знал, что вы так поступите. Что-то есть в вас такое, ненадежное. На таких, как вы, нельзя ставить. Если хотите, это интуиция. А она меня никогда не подводит. Поэтому я предпочел договориться не с вами. Да-да, гораздо проще было договориться с вашей женой. Вы не можете. Она никогда не пойдет на это. Почему нет? Она уже согласилась. Материалы у нас. И знаете, что еще? У меня есть приказ. Если вы не согласитесь сотрудничать, я должен буду вас ликвидировать. Вы сделаете это здесь?
чем он нет. Захват! Захват! Я когда вложи! Прикрывай! Скажи, твое предложение все еще в силе? Ты о чем? Стать твоей женой. Я согласна. Я подумаю. Лиза, ты что здесь делаешь? Что это? Это по работе, принадлежит концерну. Мне передали их отвезти в Москву. Не ври, пожалуйста. Не ври. Уходим. Я думаю, вам лучше явиться с повинной. Здравия желаю, товарищ майор. А парень? Жив? Жив. Где девчонка? С ней все в порядке, она в соседней комнате.
назовешь мне? Пока нет. Так поговорим. Ладно. Поговорим. На кого работаешь? На Гарднера? Хороший вопрос, командир. Я тебе не командир. У тебя теперь другие командиры. Ты имеешь право знать, почему я здесь. После взрыва я очнулся уже в плену. Люди Башира держали меня в какой-то яме больше 5 лет. Я толком не понимал, сколько прошло времени, кто я, что со мной. Да и за человека я себя уже не считал. Просто ждал смерти. Но пару месяцев назад объявился Гарднер. А у вас хорошая воля к жизни, мистер парень? Я не буду с вами разговаривать. Я требую, чтобы... Здесь могу требовать только я. Но вы должны знать, что я спас вас от расправы. Поверьте, люди Башира не собирались оставлять вас живых. Я все равно не буду с вами разговаривать. Если не согласитесь меня выслушать, вы умрете мучительной смертью. Пошел ты. Я так и подумал. Но я дам вам еще шанс. Сначала я не поверил своим глазам. Передо мной стоял бес, целый и невредимый. Рассказал, как попал в плен по глупости. Хотел найти лучшую точку, чтобы прикрыть твой с Устиновичем отход. Его взяли люди Башира, ты же знаешь. Снайперу, который попался, не жить. Башир порывался отрезать ему голову, но Гарднер не дал его убить. А потом появился Гарднер и предложил мне работу. Да, он сказал, что ушел из американской армии, а теперь частное лицо. Ему нужен специалист моего профиля. Твоего профиля? Что ж ты за работа такая? Каждый из нас умеет делать что-то очень хорошо. Я убивать. Келлер, что ли? Да. Поверь, у меня не было другого выбора, кроме как сдохнуть здесь в собственном дерьме. Ну, по мне, так нормальная перспектива. 5 лет прошло. Думаешь, кто-нибудь еще помнит о нас? Зря стараешься, бес. Работать на Гарднера я не буду. Уходи. Тогда я расскажу тебе, как все происходит. Я с Гарднером даже не вижусь. Просто живу своей жизнью. Но иногда по почте мне приходит конверт. Там фото, имя и адрес. Когда я сделаю свою работу, мне на счет капает кругленькая сумма. Это последнее, что от него пришло. Это твой сын, Никита. И насколько я знаю, он решил пойти по твоим стопам.
курсант спецназа. Сколько работаю на Гарднера, еще ни разу не приходилось выполнять заказы в России. Ты не посмеешь этого сделать. У тебя есть время подумать, Леша, и решить. Ты хочешь сдохнуть в этой яме, зная, что мог спасти своего сына? Или оказать Гарднеру небольшую услугу? И дальше жить нормальной жизнью, зная, что спас его? Тебе решать. Познакомься, Лиза. Это отец твоего жениха. Вы отец Никиты. Он столько говорил про вас, он считает вас героем. Как видите, я совсем не герой. Отпусти девочку, а об остальном мы с тобой все решим. Обещаю. Вы правда собираетесь пожениться? Да. Я его очень люблю. Передайте ему... Хотя нет. Ничего не передавайте. Пройдете пару километров через поселок, он выведет вас на трассу к Речинску. Там поймаете попутку. Все, иди. Иди, тебе говорю. Беги. Что же ты наделал, Леха? У тебя же семья, сын. Он считает, что я погиб, пусть так и будет. Нет, он видел тебя. Ты ему нужен. Посмотри на меня. Мне ж конец. Я теперь никому не нужен. Да. Понял. Кто звонил? Бес? Да. Что ему нужно? Вот это. Что ты собираешься делать? Собираюсь спасти своего сына. Нет, 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 нет. Леха, ты не можешь отдать диск. Ошибаешься. Или ты думаешь, что Бес шутил, когда сказал, что убьет его? Успокойся. Успокойся, я тебе говорю. Достань мой телефон и дай мне попробовать решить эту проблему. Как ты? В порядке. Гришного нашли? Он в бегах, объявили в розыск. Рубцов. Похоже, он в руках людей Гарднера. Как и материалы Яхонтова. Да, хорошо поработали, нечего сказать. Могу я его допросить? Не стоит в твоем состоянии. Я в порядке, товарищ генерал. Ладно. Попытайся его разговорить. Ты же понимаешь, что материалы Яхонтова не должны утечь из страны. Понимаю. И держи себя в руках. Полагаю, вы осведомлены, кто я такая. Конечно, миссис Вера. Рад познакомиться.
Что вы делали в Северске? Мой друг Николай Гришнов сделал визит на север и пригласил меня полюбоваться местными красотами. Что-то я не заметила, чтобы вы ими любовались. Зато у вас была встреча с Яхонтовым, и не одна. О чем вы с ним говорили? О его разработках? Нас познакомил Николай. Его ребенок был болен. Он просил меня помочь с лечением. У меня есть связи в благотворительных организациях Америки. Ничего больше. Вы знаете этого человека? Первый раз вижу. А этого? Этого? Нет, не знаю. А, по-моему, знаете. Ах, да, вспомнил, где его видел. Он водитель, который встречал нас в аэропорту. Но трансфер заказывал мистер Гришнов. Я видел его тогда в первый и последний раз. Вы отдали ему приказ убить Яхонтова. Это явное недоразумение. В меня тоже стреляли. Вы сами были свидетелем этому. Насколько я понял, ваш друг серьезно пострадал. Да он погиб из-за тебя. Мне очень жаль. Хватит! Вера, дальше я сам. Генерал Истомин. Рад встрече, господин генерал. У вас нет ни одной причины удерживать меня здесь. Вы правы. У нас есть причины выслать вас из страны. Северск. Закрытый город. Для иностранцев. Я не знал об этом. Вы будете признаны персоной нон грата и высланы из страны в течение 24 часов. Understand? Конечно. Это ваше право. Я тебе 100 раз звонил. Я уже начал волноваться. Далеко, но это не важно. Что слушаешь? Да так. Врачи обещали сегодня выписать. Что? Говорю, врачи обещали сегодня выписать. Правда, это когда же здорово. Прости. Извините, меня направили из кардиологии дать заключение по парину Никите Алексеевичу. Не подскажете, сколько он платит? 531-й. Мы его уже подготовили к выписке. Вы, наверное, насчет заключения что-то напутали. Возможно. А не подскажете тогда, где кабинет зав. отделения? Прямо по коридору. Спасибо. Thank you.
Извините, ради бога. Извините. Спасибо. А вы не подскажете, где 531-я палата? Там, сразу за поворотом. Никита, парень? Да, так точно. Тогда это вам. Доктора, нам сказали, что его выписывают сегодня. Сказали, значит, выпишут. Закатайте рукав. Угу. Аллергия на лекарства есть? Нет. А что за лекарство? Ничего особенного. Лекарство ускоряет реабилитацию после выписки. Да ладно. Одной капельницей больше, одной меньше. Все. Отдыхай, боец. Спасибо. Странный доктор. Где-то я его видела. Они здесь все странные. Я уже 3 дня как здоров, а меня не выписывают. Ну, им виднее. Ну да. Может, расскажешь, где была, что случилось? Обязательно. Только смотаюсь на 2 часа домой, там, переодеться, душ принять. Потом сразу заеду за тобой. Хорошо. Никита? Никита, что с тобой? Никита? Помогите кто-нибудь! Я не знаю, я стало плохо после капельницы. Капельница? Ему уже не было никаких назначений. Кто ее поставил? Врач. Врач ее поставил. Выйдите. Выйдите отсюда. Нет. Реанимацию быстро. Да. Узнал, что вам нужно. Да пошел ты к черту, Гарта! Можете его спасти? Я согласен, где и когда. Они отравили Никиту. Дадут противоядие, если я верну им диск. Я говорил, ничего не получится. Где он назначил встречу? Там, где все произошло 5 лет назад. Мы поедем туда вместе. Вместе? Да. Что значит это вместе? Увидишь. Просто доверься мне. Латышева, товарищ генерал. Соединяйте. Что у вас, Вера? Сына Опарина в госпитале ввели очень опасный яд. Это сделал бес. Лиза, девушка Никита, его опознала. Как вы могли это допустить? У нас же была договоренность, что выставим охрану. Да,
Простите, товарищ генерал, это я не доглядела. Гарднер уже позвонил Опарину и предложил предоставить антидот взамен на материалы Яхонтова. Ты же понимаешь, что мы не можем этого допустить. Да, я понимаю. А врачи? Они могут подобрать противоядие? Все, что они могут делать, это поддерживать его в стабильном состоянии. Сколько у нас времени? 2 суток, не более. Где сейчас Гарднер? Доставили в аэропорт, вылет через 40 минут. Можем его задержать? Нет оснований. Максимум на полчаса. Вера, надо поговорить с Рубцовым. Пусть он попробует убедить Опарина. Ну, я не думаю, что это хорошая идея, что это сработает. Опарин будет делать все, чтобы спасти своего сына. И проблема в том, что я не знаю, где находится Рубцов. Есть информация по Гришнову. Одна из камер в районе ЖД вокзала зафиксировала его. Вы уверены? Совпадение более 60%. Срочно туда опергруппу, задержать его. Уже отправляю. Командир. Здорово. Я не один. Лёшка. Ты жив, бродяга? Смотришь, кого не ожидал увидеть. Серега, у нас очень мало времени. Экстренная ситуация. Нужна твоя помощь. Все, чем смогу, ребята, вы же знаете. Слушай, бес и Гарднер отравили его сына и хотят обменять противоядие на содержимое этого рюкзака. Встреча где-то в ущелье Дьявола. Это Гарднер. Прислал координаты и время встречи через 18 часов. Да, местечко выбрали знатное. Наверняка там будет Башир и его люди. И без. Там тоже будет. Но тем лучше. Нужна экипировка, оружие и боеприпасы. Да это не проблема. Вопрос, как мы туда попадем в такие короткие сроки. Ну, это я решу. Ну что, мы в деле? Обижаешь, командир. Лех, мы справимся. Вместе справимся. Илья Андреевич, от лица СИП и нашего руководства я приношу вам свои извинения. Нет, не нужно. Вы все сделали правильно. Я старый дурак. Чуть не погубил свою внучку. Вместо того, чтобы просто довериться вам. Да, и еще. Наши люди засекли Николая в городе. К сожалению, по горячим следам взять его не удалось. Но он может быть очень опасен. Да, понимаю. Я с этим сам разберусь. Ну что же, еще раз до свидания, Илья Андреевич. Я хотела вам сказать, что у вас замечательная внучка. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Алло. Нам нужно поговорить. Где и когда? Здесь и сейчас. Нам нужно выехать из страны. Кому это надо? Мне, Устиновичу и Опарину. Это исключено. Опарин находится в розыске, в том числе международном. Ну, поэтому я обратился к вам. После того, что произошло в Северске, я вряд ли смогу вам помочь. И вообще, честно говоря, я не понимаю, как это могло случиться. Вините себя. А кого мне еще винить? Его убил бес. Человек, который был мне когда-то другом. Поэтому можете винить меня. Я должен был вас защитить. Здравствуйте. Thank you.
туда барина. Он умер, скажите мне, нет, он умер. Нет, успокойтесь, успокойтесь. Его перевели в другой госпиталь. Я должна знать, пожалуйста, что с ним, пожалуйста. Извините, но большего я сказать не могу. Я не слышала, как ты вошел. Через гараж. А где ты был? Я волновалась, звонила на твой мобильный. А он все время был недоступен. Где был? Какая разница, где был? Главное, что я дома. Угу. Приходили какие-то люди, кажется, из СИП. Спрашивали тебя, я сказала, понятия не имею, где ты. Правильно сказала. Мне нужно срочно уехать. Ты можешь мне помочь собрать вещи? Лиза дома? Нет, я одна. А где она? В госпитале. Кажется, с ее парнем что-то случилось. Он в реанимации, она целыми днями находится там. Это хорошо. Что? Вещи собирай. Ничего не буду делать, пока ты не объяснишь, что происходит. Я же тебе уже сказал, мне нужно срочно уехать. Во что ты вляпался, Николай? Поверь, лучше тебе не знать. Ты можешь мне помочь просто собрать вещи? Да что ты возишься? Откуда у тебя это? Не твое дело. Ты с ума сошел? Если тебе что-то угрожает, мы же можем обратиться в полицию. Какую полицию? Ты ведь знаешь, что они сделали с твоим отцом. Те, кто посадили его, теперь охотятся за мной. Да, а куда ты поедешь? Я еще не знаю. Мне нужно спрятаться, отсидеться хотя бы пару недель. А лучше вообще уехать из страны. Послушай, ты должна быть сейчас сильной. Я обещаю, что как только все уляжется, я тебе сразу же позвоню. Лиза. Лиза, что случилось? Где ты была? Пусть он расскажет. Лиза, у меня правда мало времени. Давай потом поговорим. Нет! Как же я вас ненавижу! Лиза, не смей так разговаривать с отцом. Он мне не отец. Из-за него погиб Никита. Что ты такое говоришь? Мама, это правда. Он предал нас. Тебя предал, меня предал, он предал всех. За него погибло столько людей, еще столько же может погибнуть. Лиза, ты ничего не знаешь, это неправда. Меня заставили, я не хотел. Сегодня же ты идешь в полицию и все им рассказываешь. Нет. Тогда это сделаю я. Положи телефон. Положи телефон, или я сейчас выстрелю! Обещаю! Дай. Тебя все равно поймают. Посмотрим. Привал. До встречи с Гарднером еще 3 часа. Поверить не могу, что мы снова вместе. Пару месяцев назад я бы тоже не поверил. Только беса не хватает. Не волнуйся. Он уже здесь, и при первой возможности прострелит тебе башку. Если бы он хотел убить меня, он бы убил меня тогда, на дороге. Не обольщайся. Он сильно изменился, и я это хорошо знаю.
а я бы с ним поговорил. После того, что он сделал с моим сыном, нам с ним разговаривать не о чем. Далеко до места? Не больше часа. Я вот никак понять не могу, почему Гарднер назначил встречу именно здесь. Его что, ностальгия замучила? Я знаю. Слышал, как он жаловался. Что после той операции его из армии турнули, наверное, хочет взять реванш. Ладно, парни. Дальше я пойду один. Вам нечего туда соваться. Так мы тебя и отпустили. Я серьезно. И мы серьезно. Командир, скажи ему. На встречу с Гарднером мы пойдем вдвоем. На тебе без. Ты должен нейтрализовать его любой ценой. Легко сказать. Сделаю, командир. Расходимся. Вперед. Не нравится мне это, чего они ждут. Не дергайся. Пока они не получат то, зачем приехали, нам бояться нечего. Едут. А беса с ними нет. Уверен, он держит нас в прицеле. Вы пунктуальный. Обожаю я это качество в людях. Пришли с другом. Впрочем, я даже рад. В прошлый раз не было времени нормально поговорить. У нас нет времени на разговор, Гарднер. Противоядие при вас? Вы вдвоем? Или еще есть ваши друзья? Ну, если бы был еще кто-то, бес сообщил бы вам, парень. Вы правы. Приятно иметь дела с профессионалом. Диск с программой управления у вас. Где гарантии, что мы останемся живы после того, как отдадим его вам? Хороший вопрос, парень. Гарантии и вправду немного. Могу предложить свои слова офицера. Если вас это устраивает. Ты на месте? Что у тебя слышно? Башир, я на точке. Все под контролем. Здравствуй, бес. Рацию положи. Я сказал, положи рацию. Все усилия! Медленно сдавай назад. Винтовку оставь, где лежит. Вставай. Нож, пистолет. Двумя пальчиками. Пошел. Иди, иди. Руки опусти. Жаль, не убил тебя там, на дороге. До сих пор гадаю, почему. Идем. Куда? К наш. Нет для меня больше наших. Для меня все кончено. Я замолвлю за тебя словечко. Думаю, Рубцов будет не против. Я парень тоже. Парень.
Я убил его сына. Я свой выбор сделал тогда, 5 лет назад, когда Башар приставил мне нож к горлу и сказал, что отрежет голову. Мы сами решим, что с тобой делать. Иди давай. Гарнер. Окей. Рад сотрудничеству. Приятно было иметь с вами дело, господа. Вы мне не пора. Поехали. А какой яд вы ему вкололи, Гарнер? ДТА, если я не ошибаюсь. А вы достаточно осведомлены, Рубцов. Стоять, руки! Ну что, все? Надо было раньше тебя пристрелить. Дай. Насколько я знаю, от этого яда противоядия не существует. Человек умирает в течение 3 дней в страшных мучениях. Да. Точно. Думаю, вы правы. Противоядия от этого яда нет. Ваш сын, парень, умрет, увы. И все же он проживет дольше вас, Рубцов. Кончай его. Я разберусь. Все-таки стреляешь ты отлично. Похоже, мы опередили его. Другой дороги здесь нет. Рахим, собственной персоной. Вертолет был вчера угнан у одной нефтедобывающей компании в Ираке.
Рад видеть вас, мистер Гарнер. Я тоже, Рахим. У нас нет времени на обмен любезностей. Диск у вас? Русский спецназ у меня на хвосте. Я лечу с вами. Нет. Он пристрелил Гарнера. Что и требовалось доказать. Рахим никогда не оставляет следов, поэтому его не могли поймать столько лет. Они взлетают. Диск у Рахима. Дальше дело за вами. На диске, который передал Гарднер Рахиму, был установлен маяк наведения на цели. У нас есть кто-нибудь в этом районе? Это зона действия американцев. Твои в 16-40 километрах от цели. Я поэтому и спрашиваю, кто у нас здесь работает? 120 километров, наш Су-35. Отдайте летчику приказ на захват цели. Есть. Получилось. Ты дал Гарднеру уйти, чтобы он вывел нас на Рахима? А мы-то чуть не поверили, что провалили операцию. Поздравляю вас с окончанием операции, товарищ генерал. Да, заставила ты поволноваться, старика, ничего не скажешь. Разрабатывал эту операцию Рубцов, без него бы мы и справились. Передай Рубцову, что мое предложение работать у нас остается в силе. Я передам, но вряд ли он согласится. Только вот я не понял, а как выздоровел молодой опарин? Вы что, противоядие нашли? Не совсем так, товарищ генерал. Когда Рубцов позвонил мне и сказал, что Никите Опарину угрожает опасность, мне пришлось предпринять некоторые действия. Я попросила врачей, чтобы они придержали Никиту Опарина в госпитале, я понимала, что бес рано или поздно что-то предпринят. У него было не так много вариантов. Он не мог ни убить Никиту, ни выкрасть его из больницы. Ему оставалось только одно – ввести ему яд и предложить противоядие. Я изучила личное дело Гарднера, и я видела, что он делал так два раза. Ну, а Никиту Опарина я просто уговорила разыграть небольшой спектакль, и он справился. А меня можно было поставить в известность? Простите, товарищ генерал, я не была уверена, что вы согласитесь на вторую часть операции по уничтожению Гарднера и Рахима. Да, на такое я бы не пошел. И ты мне за это ответишь. Хорошо, поняла. Только после смерти Вадима я не могла поступить иначе. Все свободны. А с тобой разговор у меня еще не закончен. Хороший парень. Да, неплохо себя в деле проявил. Хотя на тренировках все тесты проваливал. Ну, так же, как и я. Что-то я такого не помню. Не зря вас черными псами прозвали. А где Рубцов? Сегодня жена его с дочкой из отпуска возвращается. Он встречает поехал. Понятно. Ну, давай. Давай помогу. Держи. Как ты, папа? Нормально, сын. С тех пор, как я здесь, впервые чувствую, что я дома. Спасибо, что пригласил. Да. А что теперь с лабораторией Яхонтова? Ее возглавила Инга, вдова Яхонтова.
Кстати, это ее идея создать такой двигатель. Да. Идем познакомлю. Давай. Уже скоро испытание готов, опыт на образец. Угу. Прошу любить и жаловать, Инга, генерал Истомин. Очень приятно. Инга, поздравляю вас с назначением. Я говорил с полковником Афанасьевым, и он ждет ваших разработок. А как же экология? Ну, об экологии забывать не стоит. Илья Андреевич, я благодарю вас за приглашение и за то, что вы дали денег на лечение моей дочери. Не благодарите. Это самое малое, что я мог сделать. Ваш муж был хорошим ученым и хорошим человеком. Надо выпить за молодых. Я думаю, что мир спасут не военные, а вот эта молодежь. Это горько, ну. Горько! 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 О! Привет. Привет, ты опоздал. Как отдохнули? Прекрасно. Неправда, без тебя было очень плохо. Что с плечом? А, подрался с грузчиками в магазине. То есть ты без нас не скучал? Нет, работы было много. И ничем таким не занимался? Что ты имеешь в виду? Мама звонила тебе 100 раз, и ты не отвечал. Мы решили, что ты снова пустился во все тяжкие. Скажи мне, что это неправда. Ну, если совсем чуть-чуть. В следующий раз едем отдыхать вместе. И ты знаешь, мы с Алиной совсем не загорели. А вот у тебя, как я вижу, легкий загар. Тебе кажется. Но ты права. В следующий раз поедем отдыхать вместе. Подозрительно ты на все быстро соглашаешься. Мы что, на этом поедем? А что, не нравится? Иномарка? Прошу. Осторожно. Ну что, поехали.